Ребят, всем привет! Вы на канале Престарелый Колхозник, и сегодня речь пойдет о раме от ЧЗ-980-х модели. Это трехканалки с косым выхлопом в бок, но эта рама, она конкретно заколхожена, и поэтому тут без сварочных, болгарочных работ не обойтись. Вот эта часть задняя полностью переварена, тут, видать, какие-то колхозные гонщики жопу задирали, хвостовик весь этот обрезан. То есть задний конверт весь придется переваривать. Старое место здесь, тут вот вырезано, то есть придется все это дело отрезать, отгибать вот эту часть, либо вообще из новых труб выгибать, все это делать. Посмотрим. У меня есть еще одна идеальная рама такая, по ней всю геометрию, как бы тут без проблем, я посмотрю, проверю. Здесь приварена какая-то хуерга в виде петли от двери. Здесь наварена какая-то квадратная хуйня. Тут наварен на подконусный подшипник в рулевой колонке кусок. Здесь, видимо, какие-то товарищи, блядь, наваривали под, я не знаю, что это здесь было. Какой-то колхозная какая-то херня. Ну, в общем, как-то так. Все это дело я переварю. Здесь тоже какая-то хуйня была непонятная. Вот здесь что-то варилось, наваривалось, какие-то. В общем, будем резать. Что я хочу сделать? Здесь в идеале будут конусные подшипники. Закажу я их в Украине. Парни делают. Вроде как по подсчетам, по моим, я снимал размеры, отправлял. Вот. Вроде как подходит от старухи, от явки. Соответственно, здесь будут у нас стоять либо, ну, скорее всего, подшипники. Подшипники тоже. Вот. Усиливать раму я не буду, потому что данный аппарат он не будет для каких-то там мотокроссов. Это будет просто мотоцикл, скажем так, для души, на котором я отдохнуть могу, завести, прокатиться там буквально вечерком. Вдвоем там. Может, сделаю какие-нибудь приспособления для второго номера. Но это будет своеобразная такая мопедка прикольная. Срезаем все лишнее, отрезаем к ебеням жопу и приступаем к сварочным работам. Погнали. Ну что, начнем. Сейчас будем схерачивать вот эту штуку, с той стороны такую же. Вот этот маразм будем спиливать. Какой-то конструктор подбородок приварил. Потом, ой, упал. Потом тут калитка, видимо, была. Вот. Надо калитку отрезать. Ну и тут еще вот петушня вот эта. Все три тюнинговых хуйни отрезаны. Здесь красота такая. Подбородок этот не видно, наверное. Сейчас видно, выглядит вот так. И калитка вот так. Сейчас это все лепестком шерканем. И здесь уже будет все красиво. И приступим уже, соответственно, к жопе. Чистил лепестковым кругом вот это место от калитки. Здесь пару вот таких черкашей осталось. Болгарина полуавтоматом потом проварю и обточу уже по-человечески. Здесь эти штуки все срезал, заводской шов остался, вот эти косыночки, усилители. С той стороны то же самое, вот таким вот образом это выглядит. Ну и подбородок этот тоже отрезал. Вот. Ну и здесь вот эти вот раковинки, то есть их можно подточить. Потом это все, если на песок отдавать, уже аккуратно все отпесочат. И там уже кое-где подварю остатки. Вот. Вот эту вот штуковину, ограничитель траверсы получается, она вся убитая. Отрежу, потом аккуратненько такой вот квадратик приварю. Найти, думаю, не проблема будет. Ну и у меня осталось вот этот момент. То есть я здесь маленько ширканул уже, вот, вывел. Уже темно, блядь, холодно на улице. В гараже неохота это все пилить.
Ну и получается, здесь потом чиркаем в жопу, здесь по шву чиркаем. Вот эта часть, она должна быть отогнута еще. Угол я не помню, померю. Либо, я не знаю, либо надставлять, доваривать. Сюда в середину уже нормальные перемычки вставлять. Я думаю, все нормально будет. Вот. Вот я наконец-таки все доделал. Пока это выглядит вот таким вот образом. Срезал эти усиления. Очистил здесь. С этой стороны точно так же. Так вот очищено тут. Все это проварится. Здесь это выглядит вот так. Здесь этот упор я обрезал, потому что он там какой-то непонятный был. Усиление вот здесь, косынку вот эту я, наверное, оставлю. Пусть будет. Здесь все выглядит вот таким вот образом. И все. Пока все. Ну и, соответственно, задница у нас теперь вот таким вот образом. А, нет, не все. Вот эти части, где было приварено. Где была приварена жопа. Супер тюнинг. И теперь выглядит вот так. Тут все аккуратненько. Теперь что делаем? Здесь тут все отпилено. Угол вымеряем. Расстояние вымеряем. Выгибаем, нагреваем. Либо, не знаю, либо буду новые использовать трубы. Соответственно, здесь. И все. Делаем как надо. Вот. Теперь дело за малым. Надо будет купить соответствующего диаметра трубу. Трубу чернуху обычно буду брать. Мотоцикл не для прыжков. А просто для покатушек будет. Здесь маленько точнул, все лишнее убрал. Потом здесь она, видите, наваренная часть. Кто-то уже делал. Здесь стоял какой-то непонятный болтающийся. Болтающийся подшипник игольчатый. Ой, конусный игольчатый, говорю. Ну, пока так. Я посмотрю, если все удастся туда вмонтировать, пиздячить, то это все обговорю потом аккуратненько. Если нет, то это все отрезать буду. Сделаю как было. Ну, в общем, пока проект ждет. Ждет покупки труб. Ждет трубогиба. Поэтому пока так. До скорых, волнуюсь.